Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт. И небольшая такая предновогодняя радость для моих подписчиков. Не какое-то стандартное видео, а вот новая игра. Я думаю, вы на канале многие видели видео, ну, видели видео, это прям вообще у меня слова что ли кончились. Вот, в общем, видео есть на моем канале, называется Prehistory Kingdom, там вы смотрели демо-версию. Каких-то новых изменений в этой демо-версии не наблюдается, поэтому я, собственно говоря, не снимаю по этой игре ничего. Вот, но сейчас у нас есть еще одна похожая игра, тоже симулятор парк, опять же с динозаврами, но помимо динозавров, опять же, куча всяких животных. То есть и кайнозойские, и палеозойские, и, в общем, дофига всего. Это называется мезозойка. Я следил за этим проектом, и вот недавно вышла демо-версия, я как только смог, сразу записал. Вот, они планируют выпускать игру в Стиме, это будет где-то либо в конце, сомневаюсь, что уже в этом году, скорее всего в следующем. Но они вот уже предоставили бесплатную демо-версию, которую можем сейчас вот мы с вами оценить. Белые точки, это, так понимаю, за место посетителей, только странно, почему они появляются, ведь я еще ничего даже не сделал. Так, вот дорожки, значит у меня 250 тысяч. Так, ладно, давайте с дорожками пока повременим. А, давайте... Так, декорация есть, а заграждение... Офигеть. Динозавры. Ха, офигеть, прикольно. Эта демо-версия покруче, чем в этом будет. Чем в Prehistory Kingdom. Тут побольше всего имеется. Офигеть, тут еще всякие... Ух ты, ёшкин кот. Так, ладно. Дорожки, заграждения, декорации, да? Ну, давайте вначале дорожками что-нибудь тут поделаем, я не знаю даже. А, окей. Так. Так, до этого мы, допустим, провели. Давайте еще вот здесь, что ли... Как-то так. Не знаю. Сейчас посмотрим, что можно тут поставить. Так, декорации. Это что такое? Это мусорка. Так, ну мусорку мы, пожалуй, вот здесь где-нибудь поставим. А, они могут сходить с дорожки, мне интересно. Так, погодите. Как здесь вообще управление? Ну, приближать это ясен перец, а вот... Как тут крутить-то? Обзор нельзя? Блин, может я просто... А, во! Прикольно. Так, ну, строение сразу говорю... Да, блин. Детализированное. Ну, тут пока просто бутылочки, ничего... Да что ж это... Надо что-то делать с этой, как его... Скорость мышки... Бешеная просто вообще. Так, ну пока просто можем построить, но в целом задатки неплохие. То есть, посмотрите, игра очень красивая, такие модельки всего, по крайней мере. Но пока что мы видели только мусорку и... Так... Так, а перевернуть тебя можно? Нет, это вращать экран. Блин. А теперь надо подумать, как вращать... А, во, на колесико мыши. Так, ну можно... Вот что-то далековато скамейки ставятся. Вот, вот это поближе будет. Вот эту нафиг удалим. А, пол цены только возвращают. Засранцы. Так, у нас тут есть мертвое упавшее дерево. Это мы все посмотрим. Белые точки, думаю, возмущаться не будут, что я пока ничего особого не делаю. Так, полено какое-то. То есть я их в любое место пока могу пихать, да, папоротник вот тут есть. Просто в любое место пихаешь, люди так ходят, смотрят, там, трогают, допустим. Почему на дорожках, я не понимаю, почему на дорожках ничего нельзя помещать? Так, ну в целом детализированно выглядит, слушайте, вообще класс. Особенно вот это вот деревце.
Ну, конечно, вот с этой вот прокруткой, это пока, конечно, неадекватно сделано немножко. Но все-таки демоверсия. Блин, прикольно. Мы еще динозавров не видели, а мне это уже нравится. Так, вот заграждение. Давайте построим. Так, а здесь что-то оно не крутится. Ага, понял. Блин. Чертов фонарь. Ладно, давайте так. Так, еще тогда одно. Пока денег дофига, будем строить. Так, ладно. Заграждение, в принципе, тоже вау. Блин, офигенно сделали, ребята. Вот видно, что вот эти работают. То есть они хотят бы быстрее выпустить свой продукт на рынок, грубо говоря, игровой индустрии. Потому что я уверен, что много желающих будет. Так, ну давайте по одному поместим. Виду каждого. Жалко, что каждый раз так в меню заходить, это неудобно. Ну, то есть разнообразные деревья абсолютно. То есть не обязательно как в этом, блин, как его назвать-то? А, Jurassic Park Operation Genesis обязательно, что этот... Там тропические деревья, либо современные. То есть кучи ставишь. Здесь именно по одному деревцу. Это, конечно, затратно очень, как вы можете видеть. Ох, ёшкин кот, еще гор всяких. Пород всяких понакидаем тут. То есть куча всего, но при этом каждая отдельная деталь стоит приличную сумму. То есть, образно говоря, как с копом, как в Jurassic Park Operation Genesis, не получится. То есть, обязательно по одному покупать, но при этом каждый ваш вольер будет уникален. То есть, вы его сможете как-то обустроить, как нужно вам, а не подстраиваться под какие-то определенные фрагменты, которые предлагает вам игра. То есть, вы эти фрагменты сами... Вот просто берете единый, допустим, вот один... камушек. Так, это его надо удалить. И ставите куда угодно место, а не как игра, допустим, подскажет вам там, что, допустим, здесь нельзя пихать, еще что-нибудь. Вот как... Так, ну я что-то совсем потерялся в мыслях просто. Вот предвкушаю уже, как сейчас динозавром будем пускать, и котелок у меня не варит. Так, что вот это... А, я понял, это мы ставили. Так, пока есть только для травоядных, да, кормушка. Хищников пока нет. Так, погоди, а где у тебя вход, выход, я не знаю. Наверное, вот здесь, да? А зачем я прокручивал, дебилушка? Так, ну давайте вот сюда. Блин. Хотел чуть дальше поместить, ну ладно. Так, ну... А-а-а. Не хочет двигаться. Что я сделал? Теперь тупо вокруг этой крутится. А, вот, все понятно. Просто, видимо, нужно зажать на объект, и будет вокруг него прямо это... крутиться. Так, и последнее. Офигеть, по 1500 стоит. Ну, куда-нибудь сюда, что ли. Так, этим белым точкам уже ходить негде. Ну, не точка, что это, не знаю, овалы какие-то. Пусть здесь ходит еще. Зыркают. Сейчас-то будет на что посмотреть. Так. Не, ну деревья, смотрите, вообще детализация. Офигеть. Вот дикое желание посмотреть на конечный проект. Пусть, скай, он и будет, допустим, сыроват.
когда вот выйдет на рынок, но я думаю, нет сомнений, что он будет гораздо интереснее в него играть, чем Jurassic Park Operation Genesis со всеми его модами. Эта игра уже давно морально устарела. Так, ну здесь помимо просто названия, здесь имеется еще не просто стегозавр, да, а видовое еще название, то есть стегозавр Стенопс. То есть стегозавров тоже какие-то подвиды были, там, Трицератопс Хоридус. Вот такой-то, такой-то, да, вот, и, образно говоря, есть описание и стоимость. Ну, вау! Вот это я люблю, слушайте, а! Тут есть, во-первых, описание, вес всего 5 тонн, ну, в принципе, нормально. Так, рейтинг эпичный, то есть он очень такой, ну, если он у вас есть в парке, значит, у вас парк продвинутый. Живет по 60 лет, длину 9 метров, в росте 3 метра, но это имеется в виду, наверное, ну, где-то на уровне головы, макушки, точнее, может, чуть выше. И breeding time, это создается 75 секунд, прикольно, приобретаем. Офигеть, тут цвета можно менять! Я выпал. А у меня бабки тратятся вообще, нет? Он видит? Да, тратится. Ладно, пофиг. Дайте мне на них посмотреть. А, типа... А, они создаются, я все... А, понятно, я подумал, типа, вообще нельзя больше создавать. А, просто нет слов. Просто, вы представляете, у меня все, я выпала челюсть. Тут можно выбирать окрас. То есть не просто там описание или что-то еще. Ну, давайте, выпускайте уже. Давай. Он идиот. К сожалению, здесь пока вообще настроек никаких я не вижу, но и так сойдет. Я могу еще тыкнуть на него. А можно тебя приблизить? Нет, это так. Это крутить, то есть приближать нельзя. В смысле контрол? Твою мать! Я могу управлять им! Я могу, мать его, управлять стегозавром. Мечта просто детства. Просто офигеть. То есть помимо того, что я тупо за ними наблюдаю, я могу взять его в свои руки и сделать, допустим, что-нибудь, допустим, взять тираннозавра и напасть на стегозавра, на который ему было бы пофиг вообще. Жалко, тут пока ничего нет, функций никаких там. А так ничего, но... Ребята, у меня просто нет слов. Вообще, я все. Я уже люблю эту игру. Просто, блин, офигенно. Разработчики гении просто, я не знаю вообще. Второй выходит наружу просто вообще. Давай. Зелененький, нет? А, это винтажный у нас. Опупеть. У меня просто нет слов. Так, ну учитывая, что деньги у нас ограничены, я вам всех окрас не покажу. Но 10 тысяч, 10 видео делать там с трицератопсом, еще с кем-то, это, конечно, можно. Но я не буду вас терроризировать, и поэтому... А, ну тут всего 2 окраса, поэтому мы обоих-то и создадим. 9 метров, 3 метра в высоту, 5 тонн весит. Ну, это весит он больше, тон 8, наверное. Здоровенный был, здоровенное создание было, если честно. А, класс, класс. Все, я влюблен в эту игру. Так, одного я нашел, вот его оба туда. А тут как посмотреть-то? Нету такой штучки типа настроения там у динозавров, что-нибудь еще такое нету, да? Ой, все, блин, я не знаю, я все, у меня моральное истощение, я просто ничего не могу сделать.
конечно, не очень такой инкубатор, то есть тупо, блин, из ниоткуда появляется животное. В парке, конечно, это было продуманнее, но в принципе и так сойдет. Ого, куда ж ты летишь-то? Да что ж такое-то? Не, ну блин, животные все-таки хороши. Посмотрите, как двигается. Что ты делаешь? А, ты принюхиваешься. Ничего себе! Что ты умеешь? Так, гипсилофодончик у нас. Гипсогазелла. Он у нас всего один, поэтому мы его и создаем. Так, мне сказали, стеризинозавром глючит, короче. Поэтому я его в последнюю очередь создам, когда уже все остальные животные будут готовы, чтобы, ну, краха никакого не было, чтобы не пришлось по новому видео записывать. Но, ребят, я просто, вы обязаны просто поддержать не меня, если вам не нравится, как я вот предоставил вам это видео, то вы обязаны поддержать разработчиков лайком. У них вроде есть свой канал на Ютубе. Это он типа ест так издалека, да? Не, ну, конечно, забавно, братан, но ты подойди к кормушке-то для виду, людей-то не пугай. Но мы пока свалим все на то, что это демо-версия. Просто все, челюсть у меня просто на столе лежит. Ну да, конечно, пока еще сыровато двигаются. Но гораздо лучше, чем в этом. Ну, видите, как-то, блин, неестественно какие-то движения, но в целом... как объяснить-то? Ну, гораздо лучше, чем если сравнивать с тем же... блин, как его? Jurassic Park Operation Genesis, все время забываю. Рост, я так понимаю, на уровне плеч, на уровне таза 2,3 метра, да? Вес, вы посмотрите, до килограммов вас уже считали. Так, 65 секунд, но он опять же единственная окраска, которая называется Мавр Лорд, типа Мама Лорд какая-то, королева какая-то просто, образно говоря, мы тебя создаем. А вот можно здесь, это еще и, смотрите, это еще и маленькая, это как создавать, то есть здесь по 5 всего штук. Так, терезинозавра пока не трогаю. О. А я предлагаю еще других стегозавров посоздавать. Зеленого у меня, допустим, не было. И магматического магма вот этого вот тоже не было, поэтому подождем там. Пускай у меня дофига стегозавров будет, но... Просто есть, знаете, такие эти, как сказать, симуляторы парков, когда, допустим, выстаешь животных, они такие... Нам тут мало места, пожалуйста, расширьте территорию. А здесь все уходит, всем все нравится. Если издалека кажется, что им мало места, то когда начинаешь вот так вот с камерой просто прогуливаться, ты понимаешь, что они здесь просто могут убегаться, не знаю, Олимпийские игры устроить. Да, вообще просто супер. Я уже жду, когда мне других динозавров покажут. Что-то помимо стегозавра. Так, а ты чё встал? Чё встал? Двигайся! Зрители требуют... Я ещё имя могу ему придумать! А, пишу по-английски? По-русски? Давай, Халк. Ну, естественно, могу им управлять. Давай, подвинемся. Тут трицератопс вышел. А, на шифт он еще и бегает! Он еще и бегает! Опупеть! Я могу еще бегать! Я могу бегать! Халк, ты крутой! Так, погодите. А, понятно. Настроек пока нету. Ну все, отцепись ты от него. Где мой трицератопс? Где мой трицератопс? Или трицератопс? Будет биг. Давай, рогатка ты будешь. Рогатка. Управлять. Ха-ха. Да, класс. Так, вот эти прилегли тут. Один? А, это камень. Я думал, тут он с кем-то прилег. Вы слышите этот звук? Просто музыка для ушей. Вот впервые у трицератопс какой-то адекватный звук, а не какой-то как у свиньи.
Ну, бегает он, конечно, пока кривовато, если честно, очень медленно. Я так понимаю, двигаются только задние конечности. Потому что как двигаются передние, я не вижу вообще. Но для демо-версии, ребят, это просто невообразимо. Так, ну давайте магму там вот эту создадим нашу, которую мы хотели. Терезинозавра мы тоже обязательно посмотрим. Вот, отлично. Пока бабки есть, будем работать. Обещаю, что без доната, ну как донат, без этого... Без всяких кодов и прочего буду проходить эту игру. Ну, видите, да, кривовато немножко пока двигается, но, блин. Они, вот эта вот демо-версия, по сути, дала мне гораздо больше, чем весь джипок. Ну, этот, Jurassic Park PSNG. Он, вообще, вот просто одна демо-версия, вот сколько я вам сейчас тут показываю. В общем, наверное, видео минут на 30 выйдет. За эти 30 минут вы, я уверен, что увидели гораздо больше, чем, за, допустим, за месяц игры в эту нашу игру 2003 года, связанную с парком Юрского периода. Ну, конечно, ты вот завис вообще неестественно, даже не дышишь. Тупо встал. Да ладно, хватит мне О, это что такое вышло? А ты будешь козявка. Козявка. Подожди, я не дописал. А, я дописал. 15 лет всего живешь. Мелкий. Так. Я хочу подбежать. Вау, смотрите, как он в повороты уходит. Не тупо, знаете, как в других играх сразу в поворот, а именно под углом заходит, по касательной. Офигеть. О, вот это классно. Офигеть. Супер вообще. Такая сопля бегает. Козявка. Вот реально козявка. Так, пока вы, конечно, издалека пьете, да, но... Ничего, я хочу у тебя вот под пузом пробежаться. Можно? Прикиньте, можно. А я подумал, там какая-нибудь это оттолкнет меня штучка. Ну, типа, к модели не подойти. А, вот она, собственно говоря. Вот видите, жалко. Ну, в целом все равно можно пробежаться. Вообще супер вообще. А ты что делаешь? Что ты делаешь, братан? Еще моя завра у нас появилась. Он чистит лапки свои. Как бы сказал там этот Best in Slot или Game Beer, it's a durable. Durable. Durable, да, скорее всего. Я неправильно опять слово сказал. Так, ну тут написано, что он делает еще. Моя завра. Бам-бам. О, на две конечности встает. Бум-бум-бум. Жду хищников вообще, просто жду хищников. Да вообще любого динозавра другого жду, помимо вот которых мы сейчас увидели. Не то чтобы они мне уже надоели, просто от этой игры хочется видеть сплошные обновления, потому что они делают вообще классно все. Ну для начала пускай они эту демо-версию улучшат, до версии игры хотя бы. Ну то есть чтобы все было как в игре, но допустим пока нету стольких животных. Так, зелененький вышел, как игрушка у меня в детстве была. Такой же окрас. Так, ну давайте тогда терезинозавра тоже создадим. Высота 5,5 метра, длина опять 9, что-то всех по 9. Вес 5 тонн, 80 секунд, и у него только пустынный такой окрас. Давайте создаем, что париться-то. Сегодня вторник, да, вторник, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, да, все правильно. Так, тоже 5 звезд? Или 5 звезд в общем, или у именно вот у какого-то определенного динозавра? Парк еще закрыть можно. Ну, пока это, конечно, нельзя сделать. То есть я могу нажать на тормоз и все рассмотреть, да, и при этом дальше паузу. Ну, конечно, это не новшество в симуляторе парков, но здесь это как-то поэффектнее, что ли, смотрится. Да здесь все эффект не смотрится, вообще все. Блин, динозаврами управлять можно в симуляторе парков. Я все, у меня на этом все, ребята, я пошел. Кто это сказал сейчас? Вот это что, кто это было? О, а ты прилег. Ну вот смотрите, сейчас он дышит.
пускай не моргает, то есть, ну, более-менее естественно, клюв шевелится, то есть видно, как динозавр дышит. Не, ну разнообразие окрасов позволяет вам сделать стадо из одинаковых животных, допустим, либо полностью из разных. То есть, грубо говоря, в одном виде просмотреть сразу кучу окрасов, и при этом это будет все смотреться, то есть вот проходишь, ну и радует глаз, когда они все разные. Вообще, добавить еще помимо дорожки, ну, траву там или еще что-нибудь, и вообще все. И я нисколько не пожалею денег на эту игру, когда она появится в Стиме. Просто вообще накоплю, краду, убью кого-нибудь, но я куплю эту игру. Просто. Ну, конечно, пока что загадывать, это еще не пойми, когда будет, но, блин. Лично я уже готов. Так, ну,